Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Нарисовано как будто в древности, но это же поезд. Появление красных.
здесь лечили больных. Выжившие, должно быть, сильно страдали. Женское ожерелье из балтийского янтаря. Ха. Невероятная работа. Наверное, принадлежала знатной женщине. Моим убежищем в этом ледяном аду стал подвал разрушенной башни. У меня было достаточно еды и оружия для того, чтобы выжить. Но кроме меня не спасся никто. День за днем я наблюдал за армией бессмертных, изучал их передвижение. Они никогда не меняли маршрут, казалось, они были в плену сновидений. Свирепые, но безжизненные. Как будто все, что когда-то делало их людьми, исчезло. Как будто вместо души у них была холодная сталь. Мне следует быть осторожным, но я должен узнать о них больше. Если еретик смог сотворить такое с помощью источника, то какие свершения ждут праведника? Невозможно сказать наверняка, монгольская грамматика очень сложна, но это похоже на маршрут.
Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Тело его охватили языки пламени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. Я должен знать, что будет дальше. Серебряная ваза. Ей много пользовались, и она многое повидала, но на ней примитивное изображение пророка. Должно быть, они начали торговлю с другими народами.
Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Железный кулон. Солдаты империи иногда вешали такие на пояс. Развалины под водой. Боже мой. Одержимые. Тут занимались изгнанием демонов. В глубинах под святыми землями нашего города мы обнаружили источник скверны. Извилистый адский тоннель, изрыгающий миазмы зла. Признаки одержимости бывают разными, но метка демона всегда четко видна.
людей тянет к злым словам и поступкам, прочь от Божьей благодати. Тогда мы приводим их сюда, к самому входу в ад, чтобы изгнать демонов. Нам не всегда это удается. Зачастую от несчастных бедняк уже мало что остается. Тяжело терять хороших людей, но мы должны противостоять всем проявлениям дьявола. Ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Сколько тут людей погибло, подумать страшно. Сегодня мой рассудок ясен. Вчера он таким не был и больше уже не будет. Говорят, что во мне бес, что я одержима. В своем сердце я видела зверя, и он это и есть я, мой сломленный рассудок. Но жрецы не станут меня слушать. И я их не виню. Иногда они сами кажутся мне олицетворениями боли и ненависти. Настолько затуманены мои глаза. Я плююсь и вою, ведь я безумна. Но я знаю, что в сердце моем нет зла. Только болезнь, которую не излечить никому. Они считали эту пещеру вратами в ад. Его что-то удерживает. Вроде достаточно высоко. Похоже, все правильно. Теперь попробуем. Это же формула греческого огня. Thank you.
Развалины под водой. Валентин, хронометрист. Отстроив последнее здание, верующие с восторгом взглянули на новорожденный город. Среди них был и Валентин, всю свою жизнь изучавший время и его движение. Пророк нашел его в толпе и спросил, что тот думает о городе. Валентин ответил тогда, что город — это место, осененное благодатью. Время в нем будет течь медленно, и Китиж простоит еще многие века. В ответ пророк лишь улыбнулся. Он понял, что построил для своих людей место, которое станет для них домом.
Древнее резное изображение языческого бога. Может быть, божества плодородия? Ему много тысяч лет. Шпоры монгольского всадника. Они гораздо красивее и вычернее, чем я ожидала. Но довольно поношенные. Их обладатель был богат, но бывал в походах. Должно быть, я в какой-то момент уснул. Здесь, во льдах, сложно уследить за временем. Но Бессмертный не терял времени даром. Там, где совсем недавно была горстка пепла, лежало тело. Молочно-белая кожа делала его похожим на мертвую рыбу. Пока я наблюдал, мертвец вздохнул. Это был предсмертный хрип наоборот. А потом он посмотрел на меня, и я его наконец узнал. Я уже убил его раз в бою. Он меня запомнил. Я убил его еще раз. Раздавил его череп до того, как он смог подняться, но его останки вновь воспламенились. Скоро он вновь восстанет. Не хочу быть рядом в этот момент. Холодный взгляд его мертвых глаз обещал мне ужасную участь. Надо уходить, иначе он так и будет воскресать, словно Феникс, пока однажды не исполнит свое намерение убить меня.
кусок кремня в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему. Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне овладеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на святой источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь, унеся с собой секрет, за которым я был послан. Знамена? Символом армии бессмертных? Если сделать так, чтобы они разбились. Thank you.
Рог для питья. Не очень распространенная вещь в византийской культуре. Видимо, он откуда-то с запада, из-под Киева. Он поможет нацелить трибюшет. Боже, я попаду прямо во врата. Похоже, его можно нацелить. Может, попаду во врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять.
получилось. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом, чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени.